Источниками нештатной ситуации могут быть мошеннические схемы, в результате которых вы можете остаться и без денег, и без квартиры, недобросовестность арендодателя, доставляющая массу неудобств, несоответствие заявленного уровня жилья. В результате обстоятельства вынудят вас заняться поиском нового жилья. 10 основных проблем съемного жилья. Вот топ-10 рисков, с которыми сталкиваются квартиросъемщики. Квартира сдана без ведома, согласия собственника. На жилплощадь претендуют и другие арендаторы, на которых тоже оформили аренду. Хозяин квартиры неожиданно передумал и в срочном порядке требует освобождения жилья. Арендодатель контролирует жильцов в несколько раз чаще, чем это зафиксировано договоренностями. Собственник повышает стоимость аренды в неустановленные сроки и на большую сумму, чем вы можете себе позволить. Мебель и ремонт не того класса, что демонстрировались до подписания договора. Бытовая техника присутствует, но или не работает, или работает со сбоями. Соседи постоянно нарушают правила общежития, шумят, собирают пьяные компании, устраивают дебоши и так далее. Не урегулирован вопрос с возмещением ущерба в случае пожара, затопления и других форс-мажорных обстоятельств. Сумма компенсации за нанесенный имуществу ущерб в несколько раз выше объективной стоимости поломок. Можно ли избежать или хотя бы минимизировать эти риски? Игорь Волков, владелец маклерского агентства, уверен, что это вполне возможно.